Дмитрий Сивохин займет пост заместителя главы Нижнего Новгорода. К своим обязанностям он приступит с 18 мая. Соответствующее решение принял исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. В настоящее время Дмитрий Сивохин занимает пост главы администрации Сормовского района. В новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства. Сивохин на этом посту заменит Виктора Здобнякова, который ранее по собственному желанию покинул свое кресло. Исполнение обязанностей главы администрации Сормовского района возложено на первого заместителя руководителя районной администрации Алексея Рыболовлева.